Несмотря на морозы и метель, творческий процесс съемки киноленты «Письмо отца» в самом разгаре. Маленькое кино с большим посылом «Письмо отца» – это попытка остановить подростков от необдуманных роковых шагов свести счеты с жизнью. Реализовывать проект команда специалистов под началом компании «Мейджор фильм» начала еще с лета. Идею подал кризисный психолог, ведь самоубийство среди подростков стало острейшей проблемой современного общества. Ежегодно в России погибают и калечатся десятки тысяч людей. Работа над фильмом завершится в начале следующего года. «Письмо отца» планируют транслировать по телевидению, распространять в интернете, а также предоставить школьным психологам в качестве наглядного материала. По словам участников проекта, если благодаря им будет спасена хотя бы одна детская жизнь, это уже большая победа.